Всем привет, друзья! С вами Slim Cybernake, и сегодняшний выпуск будет посвящен столь неприятной теме, как ботоводство World of Tanks. Ни для кого не секрет, что в нашей любимой игре строго запрещено использование сторонних программ, а также ботов для прокачки своего аккаунта. За это очень сильно наказывают, как правило, все заканчивается перманентным баном для аккаунта, но тем не менее, жажда легкой наживы некоторых игроков не останавливает даже перманент. И ребята продолжают использовать ботов для прокачки своих аков. Как правило, покупается какой-нибудь премный танчик от 5 до 8 уровня, запускается данная программа, которая, в принципе, сутками напролет может запускать ваш премный танчик в бой. И, соответственно, простейшие боты весь бой стоят на респе, спят АФКшные. Когда к ним непосредственной близости проезжает засвеченный противник, бот сразу же просыпается, активизируется и пытается чего-нибудь настрелять. Ну, убить его не проблема, но, тем не менее, боты вот таким образом из боя вывозят все-таки копеечки серебра, горстки опыта, и за сутки получаются достаточно неплохие цифры и суммы. Серебро на миллионы, опыт на сотни тысяч, и игрок, по сути, может позволить себе сразу же без проблем играть только на десятках. Но сегодня у нас будет возможность, друзья, последить за действиями умного бота, вот усовершенствованного, что ли, я не знаю, как они там называются. То есть этот бот, по сути, с самого начала боя ни разу не стоял на месте длительное время, то есть постоянно двигался, куда-то ездил, его как магнитом тянуло к засвеченным противникам, он, по сути, сразу же по ним стрелял, убивал и так далее. Но прежде чем мы будем следить за его действиями, давайте вот посмотрим на цифры аккаунта хозяина данного бота. Итак, игрок под ником Умеме 20 рублей вот вышел в бой на премном льготном танчике. Это Черчилль 3, танчик 5 уровня. На момент записания данного видео на аккаунте было 1183 боя. Процент побед 43-53. Ужасные цифры. Рейтинг эффективности 414 и рейтинг ВН8 274. Возможно, кто-то из вас скажет, что Slim, подожди, это ж нубас. Вот, в принципе, многие игроки, они же только учатся, вот, и у многих новичков, в принципе, такие цифры — это закономерность. Но я скажу вам, друзья, не спешите с выводами, посмотрите за действиями вот данного танчика, и вы, в принципе, все сами поймете. Я, в свою очередь, сразу же хотел бы извиниться вот за кривые руки и за ужасное использование мода свободной камеры. Вот, мучился я с ним первый раз. Но, тем не менее, в принципе, все мы достаточно увидим достаточно хорошо. И видно будет действие данного танка. Итак, в начале боя Черчилль сразу же принялся куда-то ехать в направлении города, вот, но проехав несколько метров, как вы видели, остановился и потом хаотично начал ездить вперед-назад. После того, как в ущелье появился первый засвет, вот, Черчилля как магнитом потянуло вот в ущелье, и он, в принципе, пропал из нашей камеры, потому что вот далеко уехал от хозяина данного реплея. Но через некоторое время Черчилль вернулся, потому что был засвет в центре. Он, как мы видим, успешно всех перебил. И тут, в принципе, вопрос, вот и первое подозрение. В центре светилась арта. Любой бы игрок догадался рашить артиллерию, которая была в засвете и которая, в принципе, без поддержки, которую легко убить, то наш герой почему-то вот стал к ней попой и поехал в неизвестном направлении сюда вот куда-то к красной линии, к концу карты, вот, и опять же начал ездить вперед-назад. Согласитесь, нестандартные действия, непонятно, что происходит. Тут как бы светится артиллерия, сразу же поворачивается башня и попытки стрельбы. При этом продолжаем стоять задом, да, хотя любой бы игрок развернулся, наверное, и поехал бы все-таки на артиллерию. Наш чувачок вот продолжает стоять все в той же позе. Вот, и как мы видим, замер. Вот так вот, в принципе, определенное
время вот все дело происходило, пока просто-напросто его не разобрали. То есть, в принципе, как по мне, тут вопросов быть не должно. Но самое печальное, друзья, что посмотрев на результаты вот боя, вот окажется, что этот бот все-таки был одним из лучших в бою, и это печально. То есть он больше всех, он чуть ли не больше всех настрелял, убил и так далее. И это, конечно же, очень сильно вот печалит. Но тем не менее мы видим, что зато в отличие от простейших ботов, вот, вот эти вот умные действительно лучше фармят и зарабатывают опыта. Я надеюсь, данный игрок получит перманент. Вот на этом у меня все. С вами был Slim Cybernake. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи в боях, поменьше ботов и пока.